Всем привет! У нас новые проблемы. Мы находимся в Темнолесье. Отсюда мы попали из прошлой серии из гор, где нашли кольцо. Потом мы бежали от варгов и гоблинов, которые нас преследовали. В конце концов нас спасли орлы и приземлили в одном из... на опушке леса. Дальше мы пошли в этот лес, а там, кстати, отсоединился Гэндальф и пошел по своим делам, так сказать. При этом сказав, чтобы мы не сворачивали с дороги. Ну, мы храбры и все-таки свернули с дороги, попались и заблудились в лесу. И теперь находимся уже одни без гномов, не имея представления, где они находятся. Ну что ж, отправляемся туда исследовать и пытаться найти. Это нам может пригодиться. Так, сохраняемся. По всей видимости, нас тут ожидает огромная орава пауков. Ну ладно, ими нас не напугаешь. Что-нибудь тут еще есть интересного? Вроде ничего. Идем. Ух ты, цветы! Как я по вам скучал. Ух ты, вы плюетесь. И живучий. Ясно. Давай. Не хватает третьего удара у меча. Очень сильно не хватает. Такс. И входим в обитель пауков, как я понимаю. Хорошо. Еще неплохо. Так, хорошо, еще грибок. Конечно, странно, что мы устанавливаем жизни с помощью грибов. Ну да ладно. Это шлем Дори. Надеюсь, с ним все в порядке. Ты бы взял его, что ли? Отдали бы хоть ему при встрече. Конечно, ловушка. Иди сюда. Хорошо. Еще один. Хорошо. Еще кто-нибудь? Ну, вроде бы все. Так, тут ничего нету? Нет. Хорошо. Так, значит, наш главный оппонент здесь все-таки будут... Ой-ой-ой. Так, ты еще и травишь паразит. Похоже, эту воду нельзя пить. Надо все-таки между сериями попробовать разобраться, как использовать эти яд. Так, это порвется, так что не виси долго. Сохраняемся. И... Злые духи! Ух ты! Прислужники некроманта! Интересно, какого некромата тут? Вроде из некроматов у нас никого нету. Какой живучий паразит. Хорошо. Еще один. И два. Давай. Убегаем. Еще один. Хорошо. Так, камешки у нас всем. Сгнившее дерево. На нем мы, видимо, поплывем. Как я понимаю. Так, что ничего тут интересного осталось. Вроде нет. Хорошо, куда нам? Так, тут никто не укусит. Шлепаем ногами, шлепаем. Так, ага, вот проход.
Хорошо. Ой-ой-ой. Прыгай. Как же нам туда-сюда забраться? Мы, скорее всего, сюда не допрыгнем. А еще где выходы? Тоже никак. Стоит, собственно, да. Только эти лианы. Ладно, попробуем. Шоп. Травились, понятно. Ладно. Сохранимся на всякий случай. Человек у меня же не остается. Ай-яй-яй. Нет, без шансов. Так, хорошо. И как же? По логике-то все-таки с этого, наверное, можно туда запрыгнуть. Но как? Поднимайся. Нет. Он даже не допрыгивает. Ищем еще варианты. Ага. Вот тут, думаю, сможем забраться. Ты сейчас можешь зацепиться за это дерево? Нет. Хорошо. Что же делать? Папа нас сюда не закинет. Тут мы забраться тоже не можем. А в принципе и зачем? Но как-то туда попасть надо.
по своей вечной глупости, как всегда, не заметил, когда мне прямо сказали опустить это дерево. Ну вот мы тут и продолжаем. Здоровья мало, так что думаю, сразу сначала возьмем грибы, а там дальше будем разбираться. Хо-хо-хо-хо. Так, нам нужны где-то взять здоровье. Хорошо. Давайте мы вам лучше отомстим, пока есть время. Это не получится. Бежим. Хорошо. Не нужно где-то все-таки поискать нам грибов. Хорошо. Так. Теперь попрыгаем тут у нас поверху, что осталось. Так, отсюда мы прыгнем. На эту ляну, потом на ту. Ладно, пробуем. Так, ты опускаешься. И хорошо. Куда можно тебя? Ага. Так, на то, а дальше куда? Ага, ясно. Хорошо. Ладно, к алмазу мы чуть попозже сходим. Опять. Прыгай сюда. Прибираемся на прыгай. Еще один грибок и сундучок. Хорошо. Что у нас еще на корнях оставили? Ух ты, это нельзя было пропускать. Угу, теперь у нас тоже самое есть с мечом. Стинг. Хорошо. Идем сюда. Так, теперь надо вернуться за тем небольшим алмазиком. Надеюсь, ты сможешь. Хорошо. Возвращаемся. Прыгай. Прыгаем. Фух. Сюда. Сюда. Сюда и сюда. И замечательно. Ну, вроде бы теперь мы собрали все, что только можем. Так что можно возвращаться. Замечательно. Так, пока никаких признаков дворфов, не считая шлема, мы не нашли. И будем рассчитывать, что их никто не съел за это время. Ух ты. Ты кто такой? Наконец-то я вышел к лагерю. О! Ох, надо же. Все расстреляно. Привет. Эй! Кто ты? Ты не похож ни на эльфа, ни на гоблина. Я Горн, охотник из Озерного Горна. Приветствую! Я Бильбо Бэггинс из Заселья. Я ищу своих друзей. Вы не видели? Не пробегали ли здесь 13 гномов? Нет, но я видел, как сквозь эти сети пауки протащились дюжину извивающихся коконов из паучьего шелка.
Моим друзьям повезло меньше. Пауки убили всех в моем лагере, и моего брата тоже. Мне очень жаль твоего брата. Ты мог бы прожечь дыру в паутине, если бы у тебя было масло. Его можно найти в лагере на севере. Угу. Раз у нас есть цель, знаем, где наши друзья. И если я не ошибаюсь, то место его жительства как раз и есть наша цель. Точнее, этот город находится как раз рядом с одинокой горой. Ого, сколько вас. Так, ладно, что сможем, убьем камнями дальше как-нибудь на удачу. Ой, ты чё, ещё жива? Плохо. Не плюйся. Бежим. Нельзя стоять на месте. Ай-яй-яй-яй. Бежим. Грибы. Жадность меня погубит. Жадность меня определенно когда-нибудь погубит. Были бы лечилки, можно было бы рисковать. А так вообще зачем я это делаю? Не плюйся. Хорошо, грибы. В Хоббитоне ничего подобного не бывает. Хорошо, бежим. Вообще, у меня есть какие-нибудь шансы добить их? Нет. Нужно было идти с полными жизнями. Ладненько, попробуем еще раз. Или лучше мы так попробуем сейчас с кольцом, а потом, когда у нас будет побольше жизни или камней, то уже как-нибудь пройти. А нет, они меня даже так видят. Карты. Надо же! В Хоббитоне ничего подобного не бывает. Ой-ой-ой-ой. Плохо, плохо. Так, вы не падаете назад? Падаете. Так, нам лучше как-то не стоять. Так, это неправильный гриб. Не знаю, если это гриб вообще. Хорошо. 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 Готово. Так, назад мне дороги уже не будет, видимо. Да, жалко. Ну ладно. Забудем о своей врожденной жадности. Что? Ой-ой-ой. Так, что мы имеем здесь? Не забудь ли этот песок? Что-то мне подсказывает. Ну, не знаю. Оу. Понятно. Так, ну вроде. В принципе, как выбраться отсюда, понятно. Пускай. Бежим. Так. Что ж ты не карабкался-то? Ладно, повторяем. Да что ж такое? На.
Нет, взломщик из меня никакой. Вообще. Ладно, поехали. Тут собирай. Подвигаем тебя. И быстро шлепаем к дереву. Так, любимая палка. Еще выше. А теперь прыгаем. Ох, слава богу, допрыгнули. Хорошо. Эти пауки мы... разрушают все, чего коснутся. Имеем тут. Ух ты! Не подходи. Не подходи. Не подходи. Не подходи. Ух, что-то мне становится уже как-то тяжело. Всего этого. Вроде больше никого. Грибы, живительные грибы. Ой-ой-ой. Убьет мне сейчас. Начинается первая настоящая проблема. Что грустно. С другой стороны, наконец стали нужны деньги. Мы будем на них покупать лечилки. Потому что явно их становится мне не хватать. Быстро к дереву. Хорошо. Любимая палка. И... Так, теперь как-то более осторожно. Все, чего коснуться. Так, у нас все жизни, это радует. Откроем ящик. Помощи масла можно прожечь дыру в паутине. Так, тут хорошо, у нас масло есть. Не подходи, не подходи. Не подходи. Там еще кто-то. Ах, да что ж такое? Ох. В этот раз попробуем как-то более обдуманно это делать. Давай. Любимая палка. Может, их палку попробовать, она хотя бы длиннее. Хорошо. Эти пауки разрушают все, чего коснутся. Так, ладно, осторожненько попробуем выманивать. Ага. Первая группа вылезла. И сюда. О. Так, сзади.
Эй, тихо. Что? Ох, это все? Надеюсь, что да. Грибок. Так, что-нибудь здесь еще есть? Ух. Так, взломаем сундук, надеюсь, он меня не убьет. И возвращаемся. Ух, слава богу. При помощи масла можно прожечь дыру в паутине. Так, и теперь начинаем смотреть, что у нас здесь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бежим. Что мне с тобой делать? Сильный паразит. Бежим. Такими небольшими наскоками попробуем его бить. Ой-ой-ой. Хорошо, бежим, бежим. Хорошо. Бежим. Хорошо. Живучие паразиты. На что я вообще подписался? Я же взломщик, а не убийца. Бежим. Ой-ой-ой. Останавливайся быстрее. Бежим. Бежим. Главное, жизни восстановить негде. Давай, чуть-чуть осталось. Живучий троглодит. Что? Чуть-чуть совсем. Ай-яй-яй-яй. Один удар, два, две жизни. Еще одного я не выдержу. Бежим, бежим. Умереть под самый конец боя не очень бы хотелось. Ох. Так, куда нам нужно придвинуть камень? Самое ближайшее низкое это либо здесь, либо... Нет, все-таки, скорее всего, там. Поехали. Что-то мне уже становится тяжело бороться с монстрами. Точнее, не сносят меня очень быстро. Ну и количество их тоже как-то все увеличивается. Давай, Бильбо. Он всего лишь больше тебе. Так, я правильно понял, куда он? Хорошо. Ага. Еще есть что-нибудь? Ух ты. Ух ты. Как туда попасть? Иди меня отсюда. Моя палка. Хорошо. Так. Где же наши гномы? А лучше, где наш Гэндальф? Его нам сейчас сильно не хватает. Ух ты, кольцо. Не ловушка? О, похоже, кто-то это потерял. Лучше приберу, чтобы не потерялось совсем. Даже не знаю, пробовать открывать или нет, что меня убьет, если я ошибусь. А все по новой проходить не хочется уже. Ладно, мы сюда вернемся чуть попозже.
Так, возвращаемся. Сейчас сохранюсь, и я тогда быстренько попробую открыть там. Где у нас тут сохранение? Ой, я до него не доберусь, наверное. Это плохо. Ладно. Смотрим. Да, тут не добраться. Жаль. Ладно, тогда оставим те ящики на чуть более позднее время. Стинг. Ой-ой-ой. Хотя бы один гриб дали. Ой, слава богу. Так, мы возвращаемся назад. Ясно. Мы еще тут не до конца все смотрели. О-хо-хо-хо. Опять не то. Не то нам нужно, не то. Что мне с вами делать? Много. Ух ты. Ну, вроде пришибли. Второй. О, замечательно. Теперь по ним-то закончим, что мы там не доделали. Это два сундучка. Жим. Давай. Еще. Хорошо. И сундучки. Что у них есть ценного и полезного? Ой-ой-ой-ой. Деньги. Деньги-то хорошо, но нам нужны училки. Ух ты, какой сложный. Давай, давай, давай. Ой, слава богу. Теперь у нас на всякий случай есть хотя бы одна лечилка, и мы сможем более-менее жить. Чуть-чуть чего. Ой-ой-ой. Зачем я упал? Так, теперь бы хотелось узнать... Так вот. Как нам собрать вот эти вещи? По всей видимости, нужно как-то с помощью Лианда не добираться, но... На какую нужно вначале прыгнуть? Тут вроде ничто у нас не видит. Ладно, попробуем. Так, хорошо, теперь можно немножко осмотреться сверху. Даже не знаю. Тут вроде как бы тоже никаких проходов не ведет никуда. Сейчас где-то там. Но где? Это не главное. Ух. Ага. Может быть как-то здесь получится? Нет. Вроде никаких уступов или лиан свисающих я не вижу. Так, я тут еще минут 5 побегал, пытаясь понять, как все-таки забраться на них. Но в мою голову так ничего не пришло, так что, к сожалению, идем дальше. Так, у нас есть масло, теперь можем прожечь эту паутину.
И вот возвращаемся к сути в лагерь. Как я понимаю, не твое кольцо, не твоего брата. В соседнем лагере я нашел вот этот перстень. Он случайно не твой? Перстень моего брата. Он хранился в нашей семье много поколений. Благодарю тебя, добрый хоббит, за то, что ты нашел его. Ну, спасибо. Так, хорошо. Теперь нужно вызволять наших друзей. Масло. Путь свободен. Желаю тебе найти твоих друзей. Помочь не хочешь? Найти гномов. Ну, пойдем. Тебе помощь этого человека, она бы, в принципе, во очень споре? Пригодилась. Похоже, я на верном пути. Ты бы собирал, что ли, все это? Ой-ой-ой. Нельзя же так подкрадываться. Хорошо, нужно запомнить, что их фирменный стиль подкрадывания. Хорошо. Так, еще кто? Ой, да. Что ж такое? Травил паразит. Так, что мы мим тут? Отсюда я смогу допрыгать или оттуда, ну? Ух ты, это такие грибышки. Блин, нигде не был. Была только в лагере. Так, ну вроде бы у нас как бы другого-то выбора нету. Только в воду. Вы все-таки можете есть, а то сейчас утону по глупости.